Правый руль это Honda Step Wagon 2016 года. Куплена на аукционе Японии с пробегом 70. Была куплена 74 тысячи. Сейчас уже почти 79 тысяч километров. На новой машине из Японии Иван проехал уже 3 часовых пояса. Мужчина перегоняет авто из Владивостока в Санкт-Петербург для своего друга. И одновременно снимает видео для интернет-блога про машины. Говорит, идея проехать через всю страну пришла уже давно. Я давно мечтал проехать через всю Россию, потому что я сам русский, родился, все живу в России. Поэтому просто я думаю, что каждый человек должен это сделать, проехать через всю страну. Это круто, и я всегда об этом мечтал, знать свою Россию, своими глазами видеть вот такой момент. В пробеге по стране и российским авторынкам Иван снимает все, что связано с автомобилями. Цены на бензин, качество дорог, на чем ездят местные, какие машины продают. А вот как это происходит. Буквально с лету Иван определяет, сколько прослужит авто и какие запчасти нужно сменить. Японская. Замена масла, замена резины. 10 лет человеку, ей уже 20. 2001 года, ей уже 18. Да? И она еще проездит 20. И хотя машин Иван видел немало, говорит, что с отечественным автопромом сталкивается впервые. И на востоке страны таких авто уже давно нет. Тут какая-то 14-ка, 13-ка, 12-ка какая-то. Я не ездил на таких машинах. И я не знаю. У меня есть автомобили с левым рулем, и с правым рулем. Хоть на грузовике. Но этих машин я не знаю. Я знаю, что они здесь в России, но так, чтобы на ней ездить или что-то про нее рассказать. Я знаю, что там окна вот такие и все. И что на ней некомфортно ехать. В Красноярске автоблогер провел фан-встречу, сфотографировался со своими подписчиками, раздал автографы и подарил фирменные наклейки на машины. Были и те, кого мы встретили случайно. То по интернету смотрю, да? Смотрю, чего как. Нормально, доехали, приехали, едем на Москву, вы смотрите сериал. Да. И мне эту дай, наклейку дай. Ну наклейка давайте в машину. И а то я машину ищу, думаю, хотел увидеть. Очень интересное видео, познавательное, показывает все как есть. Какие машины, сколько стоят, где, что и как проверить, битые, не битые. Очень интересное познавательное видео. Я считаю, что для нашего региона это очень полезно. Езди сам по России, в Японию ездит, в Китай. Там снимает цены, автомобили, аукционы. Все новости, которые связаны с правым рулем, то есть запреты, не запреты, то есть какие нововведения в законе в нашем. Выдача ПТС на таможне, то есть как автомобили забирают. Мне просто интересно смотреть за его каналом, как он ездит, смотреть за Россией, смотреть за природой, смотреть, куда он поедет, интересно мне. Иван уже проехал половину пути за 4 дня, это 5300 километров. Еще автоблогеру осталось преодолеть 4500 километров. Следующая остановка блогера будет уже в Новосибирске. Анна Петрова, Виталий Субботин, Новости ТВК.